Всем привет! Ну что же, вот и вернулись наши любимые Еврокубки. Уже прошло 4 игры в плей-офф Лиги Чемпионов. И уже на следующей неделе нас ожидают еще 4 интереснейших битвы. И сегодня мы обсудим противостояние финалистов прошлой Лиги Чемпионов. Ливерпуль сыграет с мадридским Реалом. А также посмотрим, как эту игру спрогнозирует FIFA 23. А в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. Как я уже сказал, Реал и Ливерпуль встречались в финале прошлой Лиги Чемпионов. И напомню, что тогда со счетом 1-0 победили футболисты из Мадрида. Единственный гол в матче забил Винисиус на 59-й минуте. К матчу с королевским клубом Ливерпуль подходит в ужасном состоянии. Команду Клоппа по-прежнему штормит. После 21 игры в АПЛ Ливерпуль идет лишь на 9 месте, имея 32 очка. В 23 году Ливер провел 8 матчей и победил всего дважды, да и то это были команды со дна таблицы, а в остальных 6 матчах 4 поражения и 2 ничьи. В прессе уже заговорили о возможном увольнении Клоппа и, возможно, Лига Чемпионов – это последняя надежда немецкого специалиста. Перед лигочемпионской игрой Ливерпуль в АПЛ сыграет с Ньюкаслом. Что касаемо гостей, то Реал тоже переживает далеко не лучшие времена. В Ла Лиге сливочные отстают от Барсы уже на 8 очков. К тому же команда Анчелотти также уступила сине-гранатовым и в Суперкубке Испании. Но с другой стороны, Реал недавно победил в клубном чемпионате мира, и этот чемпионский настрой 100% передастся команде и на лигочемпионские баталии. В среду мадридцы уверенно в лиге со счетом 4-0 разобрались с Эльче и в субботу проведут заключительную репетицию в игре со Сосуной, после чего отправятся в Англию, где, возможно, их ожидает главное противостояние всего этого сезона. Теперь, что касаемо моего прогноза, то, думаю, фаворит – это Реал. Да, сливочные находятся не в лучшей форме, но учитывая, какой сейчас Ливерпуль, даже такой Реал легко может победить. Поэтому мой прогноз – победа королевского клуба со счетом 2-0. Свои прогнозы оставляйте в комментариях. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, любите футбол, смотрите Лигу Чемпионов и всем пока.